Вот видео мое продолжение. Виталий, 18 лет я. И вот я служила, работала. 52 года я приехала в Италию. И вот мне сегодня, 19-го. А, как говорится, года 2019. 29 сентября мне исполнилось 70 лет. Я купила для себя 70 роз и дарила всем подружкам и людям, которые приходили меня поздравлять. Я им дарила тоже розы. Я им дарила подарки, свои слова красивые. Ведь я люблю говорить, нежить людей, радовать, приносить им здоровье о словах, подсказывать, что я и как я могу. Все интересно говорю, они слушают, они радуются, когда приходят ко мне. Вот со мной они общаются. Как мне хочется, чтобы а мамочка моя жила, я ей служила, работала, ибо она у меня была мамой. Вот она теперь ушла от меня в 2016 году, 3 июля. Как обидно, она ушла в звездный мир. И так теперь я вот с братьями, с сыновьями ее. А воюю тут же ей, где жила, 13 лет работавши в этой квартире. Также опять продолжаю 3 года с адвокатами, со всеми интересами своими. Ведь я инвалидную получила здесь, в Италии. И когда ходила на закупы, я упала. И также в 2004-м.